Ну, вообще введение санкций, на мой взгляд, это поступок скорее эмоциональный, на мой взгляд. Это как запретить, просто сказать, что ты не трожь мои игрушки, да, ты мне больше не подружка. На мой взгляд, это больше коснется Европы, нежели России. Потому как, я не знаю, мне кажется, это только может стать ключевой точкой для развития российского сельхоз какого-то блока. И на самом деле пора уже давным-давно было производить собственные фрукты, овощи, сыры. У нас для этого все есть.